尊敬的普京总统，我的老朋友，欢迎你来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。我们相互出席对方举办的重大主场外交活动啊，这是我们多年来的一个好传统。总统先生已经连续三次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，体现了俄方对共建“一带一路”倡议的支持。Уважаемый господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, ваша идея широкого сотрудничества между странами исторического шелкового пути, выдвинутого 10 лет назад, действительно получила очень хорошее развитие. Мы очень рады за вас и за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество. Мы искренне желаем вам удачи в этом благородном деле.